Мы когда-то учили, что даже если человек просит исправления на себя, даже в этом, он как бы в разрушении своей души, то всегда надо просить о ближнем или, ну, чтобы это было наружу. Но скажи мне, пожалуйста, что значит, что называется просить исправления для себя? Быть отдающим. Существует ли вообще такое в действительности? Вот это как раз парадокс. Ну так этого не существует. Я иду вслед за своим злым началом, которое рисует мне такую ложную реальность. И тогда я через вот этот вот обман, в этом обмане работаю. И я называю это крушением своей души. Что значит раскрыть, разбиение, крах? Откуда я снова поднимусь в исправление, в правильное, и буду просить только за общество? Потому что я не могу представить себе исправленное состояние, иначе есть только это не общество. Все мы вместе. Я не существую по отдельности в духовном мире.